Скандал в полиции Сургута. Мужчину, который представился начальником отдела по борьбе с экономическими преступлениями городского управления МВД, задержали пьяным за рулем. Кроме того, он оказал сопротивление. Об этом сообщил городской паблик «Каинформ». Инцидент произошел 15 декабря. При этом к ответственности подозреваемого якобы не привлекли и по приказу вышестоящего руководства отпустили. В окружном УМВД по факту публикации в интернете материалов назначено проведение проверки. Мы направили официальный запрос на имя начальника регионального главка Василия Романицы с просьбой прокомментировать ситуацию. В случае подтверждения информации сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Кроме того, он понесет наказание в соответствии с действующим законодательством. Также мерам строгой дисциплинарной ответственности будут подвергнуты и его непосредственные руководители. Начальником УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре в город Сургут направлены руководители подразделений аппарата управления для проведения всесторонней и качественной служебной проверки.